Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Предлагаю нам всем дружно поразмыслить на тему «Здесь и сейчас». Передаю микрофон Ольге Николаевне. Доброго дня! Приветствую всех слушателей! Сейчас я прочту стихотворение о состоянии «Здесь и сейчас». Должны навеки мы понять, что это главное для нас, что можем новое принять, живя лишь здесь, живя сейчас. Когда живем мы здесь, сейчас, мы открываем сердце Богу. Он легче сможет утвердиться в нас. Мы легче отыскать к Нему дорогу. Что означает находиться в состоянии здесь и сейчас? Это присутствие в моменте сегодня, а не вчера или завтра, в своей реальности, в гармоничном состоянии, которое определяем по своим внутренним ощущениям душевного спокойствия, уравновешенности, принятия, вдохновения. Поэтому именно этот момент является творящим. В нем мы можем не только четко анализировать, принимать решения, но и менять свое отношение к событиям, свои реакции на них, к людям, вызывающим нашу агрессию, обиды. Осознав это, мы усиливаем свое состояние и возвращаем свои мысли сюда, в настоящий момент. Мы перестаем посылать энергию на подпитку разрушительных эмоций. Просим помощи высших сил в преодолении своего несовершенства и обретении мудрости для глубокого понимания божественной целесообразности прохождения этого урока. В этом состоит также исцеляющая сила момента здесь и сейчас. Возможность осознания, дарованная озарением в этом моменте, дает силы простить самому, покаяться и отпустить тяжелые энергии, растворить их в принятии и прощении. Почувствовать освобождение, легкость, просветление и как результат любовь. Любовь к себе, к миру. Состояние здесь и сейчас мало понять умом. Его нужно ощутить душой. Как же войти в это волшебное состояние здесь и сейчас? Отпустите контроль над внешним миром. Отпустите все, мысли, оценки всех абсолютно категорий. Сосредоточьтесь на своем дыхании. Услышьте звуки природы. Просто слушайте. Включите чистое созерцание. Просто смотрите. Зафиксируйте это состояние себя, нахождение в моменте здесь и сейчас. Это и есть пребывание в потоке бытия, то есть без времени. В этом состоянии продолжите свою дальнейшую работу. Удачи!